Эфириум снова получает место второго по величине криптоактива после биткоина. Альткоин победил Ripple в жесткой гонке. Сеть эфириума способна поддержать широкий спектр приложений, в то время как у Ripple она ограничена в обслуживании поставщиков инфраструктуры в финансовой отрасли для расчета и обработки транзакций. Партнерство между Toyota и Ethereum сыграло важную роль в создании основного рынка альткоина в Азии. В ближайшие месяцы эфириум сможет получить огромную базу пользователей и инвесторов в Японии, что, несомненно, повлияет на его стоимость.